Сегодня мы посмотрим четвертую часть «Мы разбудили зло». Именно о ней я говорил в конце той части, потому что сейчас будет настоящий эпик. То, чего вы все так долго ждали. Не забывайте ставить лайки перед началом просмотра и подписываться на мой канал. Поехали смотреть. Я аж волнуюсь, ребят. Прошло уже, не знаю, часа, наверное, полтора. Парни уснули. Они остановились в архиве, вот где есть разные интересные бумажки, которые они должны прочитать. Марк зачитался здешнюю литературу и вырубился первым. Да. Кирюха и Олег тоже уснули. Как у них это вышло, я не знаю. Из-за двери постоянно доносятся те звуки. Я уже не могу. Мне кажется, что они теперь меня преследовать будут до конца моих дней. Разные голоса, крики, шаги и шорохи нас ищут, скорее всего. Лишь эта мысль приходила в мою голову. Кто их ищет, так и непонятно. Мы так и не узнали за третью часть, кто их ищет. Надеюсь, в этой будет все понятно. Ну, хотя бы чуть-чуть, пожалуйста. Пока сидел, я пытался выйти на связь, но все тщетно. Ни о какой связи на такой глубине не могло идти речи. Марк там вычитал вроде чего-то. Пусть спит пока. Как проснется, расскажет. В этих же бумажках должно быть что-то, что хотя бы немного направит нас на правильный путь. А мне бы тоже подремать не помешало. Жуткая усталость уже укрыла меня своим покрывалом. Глаза слипались, но ненадолго. А, кстати, а кому здесь хуже всего? По-моему, Кириллу, да? Кириллу, который, по-моему, чуть ли там не с ума сошел. Который, по-моему, что-то повредил себе. Стоило только раздаться в коридоре какому-то звуку, я сразу же просыпался. Пауэрбанки да фонарики зарядил немного. Где они зарядили? Надеюсь, нам еще хватит. Где они зарядили фонарики? Иначе же без света здесь просто не выжить. Я часто вспоминаю Серегу. Что же с ним стало? Ребят, спасибо, что F за Серегу, ребята, F за Серегу, потому что Серегу ни за что просто, его съели! От него оставили лишь обезображенные остатки. Что же это за изверги здесь обитают? И слова его вспомнил. О том, что мы зло разбудили. Вот только что это за зло? Откуда оно взялось? И как нам выбраться отсюда? Я потому что это огромная змея. Меня уже ребята плавят, ей-богу. Может, он знал это, но не успел рассказать. Он ведь сказал, что они говорили с ним такое как. И знаете, я почему-то был на 100% уверен в том, что он говорил правду. Им нужно, короче, одного челика схватить в плен, допросить его. Вот. Возможно, во всех этих бумажках кроется вся разгадка. Так прочитайте их! Надеюсь, Марк нашел что-то полезное. Или хотя бы малейший намек, что здесь происходило раньше. Подожди, так Марк прочитал? Он сказал, прочитал и уснул, да? Или что? В полной темноте я просидел так еще несколько минут. И все-таки тоже провалился в мир снов. Сколько я там был, не знаю, но судя по всему, недолго. Проснулся от того, что меня будет Кирюха. Сань, вставай, слышишь? Я приоткрыл глаза. Что случилось, ты чего? На ногу свою посмотри. Голос его был крайне тревожным. Она сгнила, что ли? А я сижу и чувствую, что холодно ногам моим. Прям до жути. Но как только я бросил свой все еще сонный взгляд на свою ногу, и на ноги других ребят, которые все еще спали, я просто обомлел. А суть в том, что у нас на ногах обуви не было. What? Подожди, что, они пробрались к ним внутрь и своровали обувь? Даже носков. А вместо этого у меня, да и у других, на большом пальце висела, я не знаю, как она правильно зовется, вот эта самая бирка. А, бирочка, которые трупам присваивают, вы поняли, да? Которую покойникам вешают. Да. С датами рождения, смерти и фамилией, именем и так далее. А там были даты смерти? Подожди, только не смотри на них. От того сонливого состояния не осталось и следа. Я быстро включил фонарик и начал будить Марка и Олежку. Парни, подъем, быстро!
Марк сразу подорвался, Олега нужно было еще за куртку потрепать, чтобы он наконец-то собрал мозги в кучу и понял, что пока мы спали, здесь кто-то был. Но сами бы бирки эти на нас не подцепились бы никак. И куда делась наша обувь? Причем им ничего не сделали, им просто бирки дали и все. Либо они сами появились каким-то магическим образом. Как же холодно, дрожащим голосом пробормотал Марк, укутавшись в свою куртку. Что это за хрень на ноге? И где обувь наша? А бес его знает, где обувь, я не знаю. Здесь кто-то был. Марк встал на ноги и, открыв свой рюкзак, начал запихивать в него все бумажки, которые он читал до того, как мы позасыпали. Что там, Марк, нашел чего? Блин, они даже год не прочитали. Я уверен, что там какой-то прошлый год. Ну, типа, знаете, вот какое-то прошлое, скорее всего. 80-е, 70-е там года. Потом расскажу, потом. В смысле потом, Марк? Йоу! Что? А сейчас что делать-то? А что хоть написано там? Спросил нас Олежка. Он просто не хочет говорить, что ли, или что? А что написано? Имя твое, когда родился и когда умер. Паническим голосом перебил Кирюха. Парни, тихонько сказал Марк. Я, может, чего-то не помню, но, по-моему, здесь не было так холодно. Ну и не тепло было, конечно, но сейчас прям холодильник, вы заметили? И правда. Их замораживают, скорее всего, в этом помещении. Так они в морге находятся, камон. Со рта шел пар. Холодно было, как зимой. И мы, босые, стоим в свете фонариков и с бирками покойников на ногах. И вообще не можем понять, что делать дальше. И дата смерти стоит у всех одна. И по моим подсчетам, это был сегодняшний день. Ну, я примерно прикинул, точно сказать уж не могу. Я полностью потерял счет времени. Но сам факт того, что кто-то пробирался в эту комнату, пока мы спали, уже подводил меня близко к критической линии. Парни, а может это прикалывается кто-то? Да, да, так же над Серегой прикалываюсь, его просто съели. Спросил Олежка. Ну типа, сейчас все понятно. Типа у них на бирках написана дата смерти, то есть они умрут сегодня. Возможно не все, но кто-то из них точно. Прикалывается? Ты больной, что ли? Над Серегой тоже прикольнулись, по-твоему, да? И то, что мы никак выхода не можем найти, хотя и зашли не так далеко, тоже прикол? Взорвался Марк. Ты думаешь, что говоришь? Тихо, тихо, сказал я. Парни, вот правда, сейчас именно вот посраться нам и не хватало. Вы нормальные вообще? Давайте лучше думать, что делать дальше. А ну тихо, прошептал Кирюха. Чего там? Слушайте. Я прислушался и направил луч фонаря на дверь. За ней кто-то ходил. Выключи, выключи, прошептал Марк. В кромешной темноте я чувствовал себя полностью беззащитным. А чувств... Но пока что ребята не просто стоят в одном помещении и думают, что делать. Пока что ничего, грубо говоря, не происходит. Твое это усиливалось еще больше. Давай, давай, ну кто же там ходит? Кто ходит? Кто там может ходить? Там могут ходить санитары, либо тот маньяк в маске. Вот мы опять не знаем, кто это может быть. Слышал, что там из-за двери, совсем рядом, кто-то тяжело дышит. Окей, окей. Туда-сюда. Давай. Опять, как будто карауля нас. Я стоял и не понимал логики того, что живет здесь. Оно свободно пробирается к нам в комнату, скажем так. Цепляет на ноги эти бирки гребаные и ничего с нами не делает. Может, они и не хотят ничего делать? Так, а Серегу же... Да, если не повесили бирки на вас, пока вы спали и ничего не сделали, по-любому ничего не хотят с вами делать. Если это они, конечно, сделали. И убили. Черт, у меня сейчас лопнет голова от всего этого. «Слушай, оно даже не думает уходить», – прошептал Кирюха. «Саня, ну дай фонарик». Я на ощупь нашел Марка и протянул ему фонарь. Он включил его и начал светить по стенам, в надежде найти какую-то дверь, какой-то выход, как в прошлый раз. Ведь они все так же бродили и караулили нас за дверью. А сейчас они не уходили. А мы все так же стояли, как вкопанные». И не могли даже пошевелиться. Мне кажется, вот они до сих пор так не сделали, как я говорил в других предыдущих частях. Типа, просто будете толпой, вас была толпа, да вместе с Серегой. Да господи, да можно вместе, уже без Сереги можно. Нападите на этих дегротов, что они, ну, типа, почему они этого не делают?
от дикого ужаса, который поселился в наших головах. «Твою мать!» — шепотом выругался Марк. «Сань, у нас два варианта. Либо сидим здесь и дожидаемся, пока они уйдут или пока зайдут, либо же сразу идем на пролом, иначе простой мы еще так немного, то ноги просто отморозим, и тогда уже никуда не убежим». Спустя сколько, 3-4 серии, они додумались пойти на пролом, да. Ну а там, сам понимаешь, прямая дорога нам в те холодильнички. Главное покинуть комнату нам эту и найти более укромное место. Потому что я нашел в этом архиве кое-что интересное. Ну так почему ты не говоришь? Я не понимаю. Это только в конце серии, что ли, узнается? Ну блин, я для чего тогда ждал четвертую серию? Кто там? Спросил Кирюха, держась за больную руку. Сейчас не самое лучшее время. Так что делаем? Прикольно придумали, кот придумал историю, типа, они как бы без обуви замерзают и рассказывают всю историю. Сейчас не самое лучшее время, потому что нужно найти более теплое. Просил я. Место. И после этих моих слов задергалась дверь в это помещение. Сначала... Все, укокайте, кто там, блин, стучится к вам. Задергалась. А потом в один момент со скрипом медленно открылась. И из темноты, слева, боком, шаркающими шагами что-то вышло. Медленно и неуклюже попало в свет фонаря. Теперь уже его было отчетливо видно. И поверьте, то, что стояло напротив нас, просто ужасало. Оно боком вышло и стало в луч фонаря, как под свет софита. И стоит. Вообще не шевелится даже. У меня был ступор. Я не то чтобы убегать не мог, я, блядь, кончиками пальцев не мог пошевелить. Слушайте, во-первых, тот, кто нагрел, нацепил эти бирки, он должно быть аккуратный. И точно не этот, зомби, кто это? Один я. Оно стояло и издавало какой-то хриплый звук. В целом, если посмотреть, то это был человек, но очень изуродован. Что-то было с его кожей. В некоторых местах она была покрыта множеством жутких волдырей. Волдырей, да, волдырей. А в некоторых была натянута. В общем, я не знаю, с чем это сравнить даже. Лицо его было очень похоже именно на ту физиономию, которая пялилась на нас в шахте лифта. Единственная деталь, которая мне запомнилась в нем, так это то, что его рот был широко раскрыт. Ну вот, про эти монстры. Эти монстры есть в Зайке. Типа, широкий рот. Широкий рот, он есть абсолютно во всех историях. Челюсть как будто свисала на его бледной плоти, если так можно сказать. Она не была как-то закреплена к черепу, что ли. Выглядело это поистине страшно. Гляделки наши длились до тех пор, пока оно не начало так же боком, с такими же странно согнутыми руками, заходить в комнату. Марк прошептал: «Не шевелитесь». Эта сволочь зашла внутрь уже полностью. Я же замер, как статуя. Стою и дышать себе даже не позволяю. Сердце просто выпрыгивает нахрен с под ребер. Ну вы вообще представляете, что мы тогда чувствовали? Просто забили. Просто забили его теми же самыми фонариками, и все, что тут. Вот что кто-то в совершенно незнакомой тебе заброшке в сотни километров от дома цепляет на ногу значок с твоим, сука, именем, фамилией и датой рождения и смерти. Так еще и в данный момент какая-то потусторонняя сущность просто расхаживает рядышком. Сука, в метре. Но опять же, если они ее забьют, они устроят шум. Шум, на который могут сбежаться и другие, так сказать, дебилы. Одно дело, когда ты убегаешь от того, что ты не видел. А если и видел, то мельком. А здесь я конкретно вижу тварь, которая, как мне тогда казалось, выбралась из самой преисподней. Жуткая и непредсказуемая. И никто из нас не знал, чего ожидать в последующие секунды. Оно ходило по комнате и трусило своей челюстью. И я одного не понял. Типа у нее челюсть была настолько отвисшая, что она трусилась. Оно что, нас не видит, что ли? Или видит, но по каким-то причинам не трогает? Может, потому что мы стоим и не шевелимся, как статуи, сука? Оно зашло немного вглубь комнаты,
поближе к тем полкам, где бумажки всякие лежали. Внезапно оно, как будто обнаружив пропажу чего-то, как завизжит. Жуткий, будораживающий разум крик раздался на всю комнату. Я даже не знаю, как описать его. Это было что-то похожее на визг девушки и одновременно какой-то грубый, хриплый рык. И именно на этом моменте, когда оно заорало, и его согнутые руки начали выравниваться, с таким хрустом, как будто кому-то кости об колено ломали, как ветки, ей-богу. Ребята, описание жестоких сцен. У меня аж глаза затряслись. Мы поняли, что именно сейчас нужно шевелить ногами, потому что другого варианта не будет. И вот этот крик и все его движения явно не сулили нам ничего хорошего. Лишь одна мысль меня тогда беспокоила больше всего. Их же несколько было за дверями, а зашел лишь один. Но об этом подумал, видимо, лишь я, и бежать дальше. И не успел я сказать и слова, как так и произошло. Мы быстро выбежали из комнаты и захлопнули дверь. Наконец-то. С тварью внутри, в которую та, в свою очередь, начала бить и барабанить. Марк быстро сообразил и из комнаты забрал, когда выбегал, ту железную трубу, с которой я носился перед тем, как мы сюда зашли. Блин, пока что, ребята, Марк самый, типа, загадочный чувак, который мало что рассказывает. Ну, конечно, он это делает вроде как, типа, логично, но... Но все равно он самый пока что колоритный после главного героя. Я вставил ее в ручку, тем самым заперев дверь. И только мы сделали... Кстати, Марк уже второй раз так спасает. ...ли шаг в сторону, чтобы побежать дальше по коридорам, как мои опасения подтвердились. Не успел Марк осветить коридор лучом света, как из темноты раздался жуткий крик. И насколько быстрые шаги в нашу сторону, что мы не успели среагировать никак. Там их миллионы, скорее всего, этих... Ну что это, кто это? Мертвецы какие-то? Эти трупы? Затем уже заорал Кирюха. И максимум, что я увидел, это то, как что-то такое же белое схватило его и тащит по полу в обратную сторону. О, минус Кирюха! В сторону шахты, откуда мы пришли. Господи, как же он орал. Не дай бог, кому услышать такое и увидеть. У него же рука была еще травмирована. Марк бросился за ним. Мы же с Олежкой уже за Марком. Крик Кирюхи удалялся от нас все так же, как и в случае с Серегой. С каждой секундой он становился все более похож на еле-еле слышный предсмертный хрип. Хрип этот раздавал... Блин, опять же, Кирюху тоже ни за что, его просто схватили и утащили. И причем, смотрите, второй раз... Ну, никто никому не помогает. Вот это очень странно. Типа, знаете, один раз утащили Серегу, то есть они просто боялись идти за ним, его спасать, и сейчас утащили Кирюху. Типа, ну его просто тоже утащили. То есть никто ни за кем не бежит, всем плевать. Ну... ...пался до того момента, пока мы не выбежали за ним к шахте лифта. Ну, выбежали. Там же мы увидели просто удручающую картину. О, нет. Вот эта тварюга лезла по стене и тащила за собой Кирюху. За ту самую руку, которую он травмировал. Он, судя по всему, уже просто потерял сознание. От болевого шока, да и просто от шока, наверное. В луче фонаря было все это видно. Оно конкретно лезло по стене, корявыми движениями цепляясь за пролеты между этажами. А потом оно и вовсе удалилось из виду. Вот здесь уже никто не мог сдержать себя в руках. Ну, скорее всего, Кирюха никто, тоже сидит. Ни я, ни Марк, ни тем более Олежка. У меня непроизвольно потекла слеза. Марка жутко начала трясти. Не, ребята, вот на самом деле, если Марка бы схватили, было бы обидно. Ну, типа, Кирюха ничего не делал. Кирюха только упал себе, чуть ли не сломал руку, там травмировал. В принципе, ничего больше с ним не происходило. Ну, типа, вот, если Марка унесу, да, будет на самом деле жалко. Как я не знаю что. Олег упал на жопу посреди коридора. А Олег еще. И просто заплакал, как девчонка. И его можно было понять, уж поверьте. Мне кажется, Олега следующим унесут. Мне кажется, Марк, ну, слишком хороший персонаж, чтобы его потом сразу же убивали. Мне кажется, его убьют уже в последней серии, может быть, не знаю. Когда такое происходит вокруг тебя, затем не выдержал уже я. Куда вы спешили, объясните мне? Марк, ну ты же умный парень. Ты же видел, что их там несколько за дверью. А зашел к нам лишь один. Ну этого же стоило ожидать. Да я уже понял это. Я понял, не надо меня тыкать в мое же говно.
Ну что теперь делать? Что делать, сука? Я не могу уже. Взялся крепко так за волосы Марк и сел рядом с Олежкой. Я же стоял рядом с ним. Та тварь, что мы закрыли в комнате, все еще долбилась в дверь. Ну, эта тварь ползала по стенам, мне кажется, это стопудово не человек. Ну, даже не человеческий, то есть, опять же, кто это? В надежде открыть ее. Ладно, парни, давайте вставайте. Чего уселись? Марк, ну ты чего? Это из-за меня, сука, ты понимаешь? Из-за меня его утащили. Из-за меня мы тут оказались. Марк взорвался. Все это время у него здорово получалось держать себя в руках, но сейчас это был уже край. Ну, кстати, Марк относительно самый спокойный. Передо мной сидел совершенно другой человек. Так, успокаивайся, ты чего? Мы все сюда как бы добровольно пошли, нас никто не заставлял и не затягивал сюда. Ты чего? Давай, вставай, нужно двигаться дальше, нужно искать выход. Марк, еле-еле встав на ноги, достал из рюкзака веревку. Обвяжитесь все крепко, крепко обвяжитесь. А чтобы не потеряться, чтобы... так почему вы это раньше не сделали? Это реально... Блин, я совсем забыл про это. Обвязаться, чтобы никого не утащили, типа, вот просто так, безнаказанно. Спустя две жертвы. Теперь не на шаг друг от друга. Мы с Олегом взяли веревку и пристегнули карабины к петлям. Блуждали мы по коридору еще долго. Точно по времени не могу сказать, но пару часов это по-любому. В ногах немного разогналась кровь. Но... А где Кирюха? Его просто утащили по итогу? Жуткий холод все еще присутствовал в этих коридорах. И вместе со страхом пробирал меня до самых костей. Но мы шли. Уже и правда с последних сил шли. Марк, так ты в бумажках тех рылся, нашел чего? О, сейчас расскажу. Понял хотя бы, где мы? Ах да, я забыл рассказать совсем. Короче, судя по всему, это когда-то была больница или госпиталь, я не знаю. Специализировалась она на какой-то одной болячке. Там она написана, как-то называется, интересно, я и не выговорю. Ну там знаки радиации были. Подожди, а где у нас еще была радиация? Радиация у нас была и погаснет свет навсегда. Но эта история 100% видимо не связана с дуркой. Ну либо связана с ней, ну потом мы узнаем, типа только как. Потому что это не дурка, это госпиталь. Но там радиации в свете... подожди, стой. В дурке была радиация, радиации дурки не было. Вот в этой серии историй радиация была только в свете. Что-то ж, наверное, с этим связано. Ну, вообще, да. В общем, что-то нечистое мутили здесь люди в белых халатиках. Сверху стояла больница, все цивильненько, фотографии там, медсестрички, все такое. А внизу уже творились черные делишки. Какие именно там не написано, уж извини. Карточки только старые лежали, медицинские. А морг здесь каким хером тогда? Ну, вообще, скорее всего, те, кто помирал, попадали в морг. Там уже их разделывали и искали причину смерти, чтобы устранить ошибки в следующем эксперименте. Жутко. А почему разрушилось то строение, что наверху было? Спросил Олег. Так вот, слушай. Это самое интересное и странное. Письмо там я нашел среди этой макулатуры. Как я понял, обычный, то ли солдат, то ли врач, я так и не понял, писал письмо маме домой. Но, видимо, оно так и не дошло к ней. А в письме этом говорится, что здание, построенное год как, начало давать трещины и потихоньку рушится. Хотя раньше же строили на совесть. Дома вон до сих пор стоят, и люди живут в них. Не, значит, подожди, значит, это специально было сделано для того, чтобы проводить эксперимент. То есть, вот это вот верхнее здание, которое стоит снаружи, оно не было, так сказать, в приоритете, и начало сразу ломаться. Это первая странность. Может, специально это сделали? А вторая, вот, читай. Марк достал письмо с рюкзака и посветил на него фонариком. Цитирую. Мама... Вчера был на дежурстве и начал замечать то, что в подвале нашем появляются новые помещения. Хотя их... What? Подожди, ну а что это? Что это такое? Никто не строил. И до этого их
просто не было. Ну вот, это типа, ну нет, был отель, стой, была отель, где менялись комнаты, менялись коридоры, менялось строение здания. Но вот как с этим связано это? У нас тут небольшой подвал был, да и только. Мне вообще нельзя разглашать о том, что я здесь, и то, что тут происходит, но... Я не могу, тут делается что-то нечистое. Меня пугает это место. Затем листочек обрывается. Как будто парня кто-то спалил и выдрал листок у него из рук, или просто разорвал его. Есть какой-то главный чел, который за этим стоит, 100%. Но кто это может быть? Теперь все выстраивается в логическую цепочку. Еще больше вопросов терзали мой разум. Как это так? Ни с того ни с сего появляются под землей коридоры до комнаты. Нет, ну это никак не может появляться, типа, не могут же отстраивать каждую ночь это, то есть они, это просто какое-то магическое, мистическое место. Должна же быть причина, а вместе с ней и выход отсюда, который я так хочу видеть сейчас, больше всего на свете. Нет, типа, вы поняли, да? Вы поняли, да? Вы все поняли, да? То есть, если я говорил то, что в этой истории мы узнаем все ответы на все вопросы, вопросов стало еще больше, а ответов вообще почти не было. То есть, это по-прежнему странное место, за которым стоит какое-то реальное зло. Ну что это такое? Ребята, пожалуйста, без спойлеров. Ребята, в комментариях обсуждаем, что это такое. Я не знаю. Я по-прежнему, четвертая часть, я не знаю, что это может быть. Мне супер интересно, ребята, продолжим в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится этот сериал, и подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видеосерии каждый день.